давление, температура и расход. Здесь показан электрический график нагрузки, вот по которому он работает, диаграмма. Это ему задают системный оператор и коммерческий диспетчер. То есть вот они нагрузку задают, соответственно с этим он или разгружает, или нагружает станцию. Здесь электрическая схема. Здесь показано все, что включено, все, что отключено, текущая нагрузка полностью. Двум линиям. Первая, вторая цепь, напряжение 110 кВт. То есть отдаемую мощность. Они уже оттуда с подстанции распределяют по потребителям. Точно так же подстанция центральная, это находится здесь рядом со станцией, на повороте на Саратов. Мы на нее также отдаем, вот, начиная блок 5, 6, 7, по линиям 110 кВт. А дальше они уже распределяют электроэнергию. Даже при минимальной выработке электроэнергии мы можем обеспечивать город теплом. Мы сейчас работаем, если вы заметили, всего лишь одной турбиной. Вот она, пятая. Но мы обеспечиваем теплом. А на чем вы больше зарабатываете, на энергии или на тепле? На тепле, однозначно. Потому что наша электроэнергия очень дорогая по сравнению с такими монстрами, как ГЭС и АЭС. И на оптовом рынке она очень дорогая и плохо покупаема. И зачастую мы работаем в убыток себе по электроэнергии.